Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас наконец-то будет открытие, потому что давно никаких открытий не было. И сегодня, ребятки, я надеюсь, что мы выбьем все виды бойцов. Ну, я очень на это надеюсь, реально. Потому что, смотрите, у нас 500 сундуков, 86 тысяч... Пускай будет 86 тысяч больших. У нас много всего на пути к славе. Ну, немного. Ну, на пути к славе есть сундуки. И у нас нету, ребятки... 2 сверхредких, 4 эпиков, 5 мификов и 3 легендарки. Я вам отвечаю, открытие должно быть очень жарким. Но, ребят, я должен вас настроить, пожалуйста. Я вас очень прошу всех любимых моих любимых подписчиков поставить лайк и подписаться на канал. Все, больше ничего не прошу. Сделай это, пожалуйста. Даже если ты подписан, просто поставь лайк. Потому что как только это все ты делаешь своими пальчиками, сразу нам что-то падает. Я тебе очень благодарен за это, если ты это сделал. Больше не отвлекаю. И мы сразу же приступаем к открытию. Единственное, что я вас познакомлю с шансом на выпадение. С шансом на выпадение леги. Вот такой вот шанс. Поэтому вот так вот. Ну что ж, ребятюленечки, ребяточки, ребзечки. Вы готовы? Вы готовы к шоку? Я надеюсь, да. Поехали. С первого сундука, смотрите, новый боец. Нет. Со второго сундука новый боец. Опять нет. Да что такое? Карл, вот он! Хе-хе, нет! Ладно, как только он появится, сразу же я вам об этом сообщу. На самом деле, ребят, серьезно, я очень рассчитываю выбить и сверхредкого, и эпик, и мифика, и легу. Вот так да. Но я надеюсь, вы мне в этом поможете, ребяточки. Я отвечаю, что... Сегодня будет жаркое открытие. Только, пожалуйста, подпишись и поставь лайк. Больше мне ничего не надо от тебя, я серьезно тебе говорю. Ну, конечно, чтобы... Мне надо, чтобы у тебя еще настроение было хорошее на протяжении ролика, потому что, ну, блин, я не хочу, чтобы кто-то смотрел мой ролик с плохим настроением. Поэтому улыбнись. Да. Так, ну что, ребзи, ну это реально круто. Сейчас будут падать бойцы, пока не падают. Но как только из вас кто-то, блин, наконец-то вздумает подписаться и поставить лайк, мы наконец-то увидим нового бойца. Тем не менее, пока никого. Ну, хотя бы сверхредкий выпади, пожалуйста. Представляете, сейчас вместо сверхредкого падает нам мифик или эпик. Ну, посмотрим, посмотрим. Смотрите ролик до конца. Я думаю, что будет интересно. Потому что, ну, когда фармится такое количество боксов, я думаю, что оно заслуживает того вашего внимания. Потому что я специально делаю так, чтобы, ну, нафармлено было не 100 боксов, не 200, а чтобы так сильно-сильно, чтобы вам понравилось. Вот так вот. Пока что нету ничего, я не понимаю, где сверхредкий, Дэрил, Карл, вот он, смотрите, воп, и с этого сундука, нет, вот с этого, клац, нет, не с этого, сейчас попробую угадать, с какого дропнется, так, вот сейчас, секундочку, вот сейчас, сейчас скажу, вот, не, не сейчас, со следующего, вот, вот сейчас, не, подожди, вот, 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 падает, не, стоп, не оно, вот, вот, блин. Да, вот он! Тень! Дзынь, все. Первый боец редкости выбит. Это сверхредкий. Далее. Далее нам надо эпик выбить. Ну что ж, ребяточки, по клавиатуре или по сенсорному экрану быстренько нажимать лайк, подписку, чтобы сейчас дропнулся эпик. Блин, слушайте, а много мы сундуков открыли, всего лишь один сверхредкий. Да, ребятки, я знал, люблю вас. Обожаю вас, ребяточки. Ну вы любимые мои. Так, а что я хотел? Я хотел сделать красивый скриншот со звездочкой. Ну ладно. Так, получается, следующий у нас должен выпасть мифик, друзья. Ну давайте проверим. Я прям буду в шоке, если это будет. Если это произойдет, пацаны, это будет шок-контент. Давайте. Собрались, разобрались. Давайте, ребяточки. Да, я не верю своим глазам, это происходит. Просто жесть. Итак, если ты сейчас подпишешься и поставишь лайк, нам дропается сразу лего. Следующее. Просто сделай это, братик, удиви нас, я тебе отвечаю. Смотри, сверхредкий выпал, эпик выпал, мифик выпал. И сейчас должна выпасть лего. Готов? Давай, брат, подписывайся, ставь лайк, и мы сделаем это вместе с тобой. Давай, братик. Все? Подписался? Поставил лайк? Точно?
Смотри, если ты это сделал, просто прямо сейчас проверь, лайк, подписка, то однозначно, когда Лего дропнется мне, она дропнется и тебе. Ну это так работает, серьезно, блин. Ну всегда люди, которые подписываются, всегда: «О, голник, мне выпал Леон, там, Сэнди, Спайк или Ворон, не знаю». Так, готов? Все, точно подписался? Поехали. Да, да, это на Лего! Все, ребята, все... Пранк какашки! Ребята, ну, блин, я в шоке. Смотрите, нам выпал сверхредкий, эпик, мифик и Лего. Ах, хорошо. Ладно, ребят, ну, я думаю, вы поняли, откуда выпала Лего. Я специально так сделал, чтобы она дропнулась вот сейчас. Но я не мог просто этот кайф упустить, я не мог. Просто оно должно было быть так, как я вот... Давайте реально проверим, что нам выпадет следующее. Блин, ну это классно! Короче, если хочешь тоже легендарочку, если хочешь тоже, чтобы тебе выпало что-то интересное, я тебя прошу просто... Не, реально, ну, офигеть! Когда нам выпал редкий, когда нам выпал эпик и мифик, я чуть-чуть приохерел, серьезно. Я чуть приохерел. Но, блин, реально, я не знаю, что бы выпало следующее. Но давайте мы сейчас еще откроем и проверим. Это однозначно, ребята. Блин, классно. Классно. Но теперь по факту тут так и есть. Лего, эпик, мифики. Сверхредкий, эпик, мифики, Лего. Не, было бы прикольно, если бы еще редкий нам выпал. Вот это было по кайфу, чтобы... Пам! Дальше сверхредкий полетел. Ну, короче, ребят, дальше будет вообще жарко. Если мы выбьем еще одну Лего, у меня просто остановится сердечко. Я вам отвечаю, я вообще такой очень эмоциональный парень. 6 бойцов, в смысле? Нам выпал мистер Пи. Братики, нам выпал мистер Пи. Мистер Пи. Выпал нам. Да, мистер Пи. Выпал нам. Я не заметил, как он выпал. Ну, нам выпал еще один мифик, вы представляете? Два мифика, Лего. Ну, Лего, ладно, Лего я только что с магазина взял. Но два мифика нам выпало. Два сверхредких, эпик, офигенное открытие. Ребята, это вообще рекорд. Рекорд всех рекордов, отвечаю. Блин, как же это классно, слушай. Я прям... Ладно. Смотри. 6 бойцов, запомни. Как только появится еще один, сразу пойдем проверять. Но я надеюсь, что мы увидим его выпадение. Так у нас еще, посмотрите, сколько боксов. У нас еще жесть, как много боксов. Так, ребята, давайте так. Набираем 100 тысяч лайков и новый выпуск с открытием. Мне есть интересный материальчик, который бы я хотел сделать по-необычному. Ну, это вы узнаете в следующих роликах. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ждите такое открытие. Ну, вам понравится, я вам отвечаю, ребят. Так, ладненько. 270 у нас боксиков. Да ну не может быть, ребята, что происходит вообще, блин? Это магия какая-то, смотрите, все мифики. Капец, зля просто. Сколько получается? Три мифика выпало, три! И это только начало. Я же говорил, что когда ты подпишешься, когда ты прожмешь свою лайк, когда ты прожмешь свою подписку, все произойдет. Все произойдет. Я верю всегда. Это вы у меня самое лучшее. Знаете это. Люблю тебя. Мне кажется, мне одному так весело и так радостно. Кто-то сейчас сидит там с грустным лицом. Ну чё ты радуешься? Ну ты взрослый пацан, ну что ты так радуешься? Не знаю, ребята, не знаю. Я надеюсь, что нету грустных лиц по ту сторону экрана. И никого я не раздражаю своим настроением. Так, ладно. Буду себя немножко умереннее вести. Но я не могу умереннее вести, когда три... Когда три мифика выпало, блин, я не могу просто сдержаться. Ладно, давайте попробую сдержаться. Сейчас выпадет Лего, ноль эмоций, смотрите. Блин, пока не падает. Но я дождусь, пока она упадет, и ноль эмоций будет. Ну? Так, может, кто-то еще не подписан в этот момент? Слушайте, реально, приостанавливаются бравлеры, как только
люди перестают подписываться. Понимаете, что... Да блин, что там за антенны у меня сзади торчат? Понимаете, в чем фишка? Я же не просто так это говорю, потому что я смотрю на статистику, из 100%, 70% смотрит неподписанных. Вот представляете, из этих 70, может, подписалось сейчас 30%, а 40 по-любому еще сидит, ждет. Подпишитесь абсолютно все, кто не подписан. И лайк тоже очень важно, лайк где-то 50% не ставит. Вот, я жду, вы перестали ставить лайки, давайте, докиньте лайков и подпишитесь. Просто, ну, я хочу вытащить Легу и не отреагировать на нее. Давайте, поехали. Нам выпадет сегодня еще что-то, нет? Почти такого дропа, конечно. Немножечко. Я прифигел. А, о. Блин, мне надоело, когда ничего не падает. Ладно, давайте ускоримся. По два сундука буду открывать одновременно, чтобы ускориться до бигбоксов. До бигбоксов. Блин, как я не люблю, когда такая пауза. Но это значит, что скоро что-то выпадет прям суперское. Боже, еще 100 боксов, как же долго они открываются. Реально, пальцы уже болят. Я уже устал их открывать, надоело. 8 бойцов! 8 бойцов, пацаны, только что выпал кто-то. Беа выпала, да, получается? Да, выпал эпик. А, похер на него, давайте, нам надо Лего. Давайте, ну 8-й боец выпал. Имей в виду, брат. Офигеть. Так. Я не могу. Жесть. 9-й выпадет, нет? Блин, мне маленькие уже надоели. Хочется большие открыть. Боже, прикиньте, я 500 раз кликнул на экран только что, в одну точку, боже. Бедная матрица на планшете, сколько она выдерживает прикосновений за день, это жесть. О, как же нудно их открывать, ну почему, разработчики? Вот реально, вот у вас сундуки в Brawl Stars не такие, как в Clash Royale, однозначно. Ну их просто как... пластиковых бутылок на свалке, ну их очень много. Ну почему нельзя сделать вот так вот? Заходишь, выбираешь количество сундуков, открыть, блядь, за один раз. Бэмс, и все, и там раз, там рулетка покрутилась. Ну какого хрена я должен 500... 9 бойцов! 9 бойцов, ребята, 9 бойцов! Соберитесь, настройтесь и смотрим. Фрэнк выпал. Смотрите, у нас осталось 2 мифика, 1 эпик и 2 леги. В смысле, 2 леги? А, ну да, да, 2 леги. Ну вот реально, согласитесь, так бы было намного интересней. Допустим, чтобы оно автоматически открывалось. Заходишь в меню, нажимаешь количество боксов. Все 500, хочу, чтобы открыть. Нажимаешь, они сами по себе открываются, все. И ты ничего не делаешь. Зачем мне сидеть кликать на них? Ну это такой бред. Вы либо сделаете так, чтобы с них падало больше, но их фармить было сложнее, либо сделайте, чтобы их открывать было проще. Ну это бред, я не могу, я просто задолбываюсь по 500 сундуков открывать. Я не жалуюсь. Ну, не, я жалуюсь. Не, ну, я жалуюсь. Я как бы сказать помягче там, предлагаю идею реально. Ну согласитесь, идейка неплохая была бы, вот так вот открывать сундучки пачками. Поддержите мою идею, а? Чё, я сам с собой согласен только? Ну ладно. Так, шо ж, пацаны, 9 бойцов. У нас остался один эпик, 2 мифика и лего. Просто. Ребята, я не знаю, верите вы в чудеса, не верите. Ну, те, кто подписаны, можете не сомневаться. Мы выбили все. Вы видели, сколько в начале ролика не было выбитых бойцов? Осталось 2 мифика и 2 леги. Ну что ж, продолжаем, ребята. Если сейчас вторая лега выпадет, у меня просто, я не знаю, снесет. Я же говорил, давайте я не буду реагировать. Не, слишком часто падает, ребята. Это что-то нереально, это самый везучий аккаунт в мире. Это реально самый везучий аккаунт в мире. Какого фига так падает часто? Вы такое видели, нет? Ну это не сервер какой-то приватный, я не знаю, это настоящий аккаунт. Это. Давайте, я не знаю, кого вам показать. Топ игроков покажу вам сейчас.
бойцы, или кланы, клубы давайте. Мой клан где-то есть, сейчас найдем. Местный. Холдик Элит, вот, да. Вот он я, где мой аккаунт? Вот Холдик Президент, вот он я, вот хэштег. Я не знаю, это... Что такое? Ну погнали, еще 70 сундуков. Жесть, я столько мификов не видел еще. Не, видел, я помню, открывал на холдик-стриме тоже. Блин. Ну давайте. Если сейчас еще одна лего выпадет, я не сдержу. Не, надо без эмоций, все, давайте, следующий боец, если он выпадет, конечно. Я сомневаюсь, что что-то еще выпадет, но давайте, следующий боец без эмоций. Я постараюсь, ребят, это будет сложно, но я постараюсь. Подождите, 11? Было же 10. А, ну нам же Мортис выпал, да. У нас остался один мифик. И одна ли, и две леги. Так, все, без эмоций, смотрим. Я не знаю, выпадет что-то или нет. Не, это самый везучий аккаунт, по-любому выпадет. Давай, еще 12-го бойца. Давай, братик, я не знаю, это классно. Я обожаю такие открытия. Давай, родной. Все. Печально. Не, ну на самом деле как печально. Вот еще один боец вам летит. Давай, лети. Пым. Есть. Так. Ну, если сейчас еще что-то дропнется, я... Не, надо сдержаться. Я должен не отреагировать. Так, мегабокс. 6 предметов. Блин, мне так страшно, реально. Я не знаю, как не отреагировать. Это очень сложно. Что там? А, все, боксов больше нет. Ну, вот и все, вот и закончилось. Ну, давайте на 250 еще этих. Капец, смотрите, сколько билетов на роборубку. Я предлагаю еще открыть. За гемасики. Вот, смотрите. Блин, ну должно ж выпасть еще что-то. Пожалуйста, блин, я еще хочу. Я хочу не отреагировать. Не получится мне или нет? Блин, ну там ничего не падает. Сколько осталось? Ах, блин, все, осталось на 2 сундука. Все. Последний сундук. Жаль. Но! Фух, я думаю, 12-й боец откуда? Это же этот, Сэнди, Эмс. Ребятки. 12 бойцов за выпуск. Из них редкие, эпики, мифики, лего. Ну, лего с помощью, да, я легу... Я признаюсь, не выбил. Но я думаю, вы и так поняли, это рофл был. Не надо писать, о, чудо-монтаж, еще что-то. Это и так понятно, это в этом и рофл. В этом и рофл. Я так уже делал в некоторых видосах, где, ну, вы знаете, что в магазине там акция, да, и я специально, типа, с этой акцией с вороном, помните, так было? То я специально даже криво склеил. Это все делается специально с рофлом. Но, ребятки, это все равно самый везучий аккаунт. Понимаете, после того, как ты выбиваешь лигу, у тебя реально шанс маленький становится на, ну, что-то выбить. Вы посмотрите, мы выбили почти всех мификов. Да вы все вычистили просто, вы посмотрите, сколько бойцов не было. Теперь нету 3 бойцов. Я что-то уверен, что скоро выпадет им там мифик или лего, я не знаю. Короче, поздравляю вас, ребята, с таким классным открытием. Подписывайтесь, ставьте лайки, всего хорошего, до новых встреч. Все, кто подписались, просто ждите везения, я вам отвечаю. Пока, ребята.